20 января 1944 года Великий Новгород был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, а уже 21 января эвакуированные новгородцы начали писать письма в обком и горком партии с просьбой прислать вызов, чтобы вернуться сюда и восстанавливать город из руин. Письма приходили со всей страны – из Кировской, Ярославской областей, Узбекистана, Башкирии, Удмуртии, Сибири и Урала. Часть из них хранится в Государственном архиве новейшей истории Новгородской области. Написанные на клочках бумаги, старых бланках, листах школьных тетрадей, они стали бесценными свидетелями той эпохи. Ну вот пишет бывшая заведующая Центральной городской библиотекой Новгорода из эвакуации. «Когда услышала по радио, что наша доблестная Красная Армия освободила от немецких бандитов наш любимый город, то ни днем и ни ночью нет покоя моей душе. Хочется узнать, как вы живете и как живет население города, и более того, хочется снова вернуться в свой город». Однако самостоятельно вернуться домой было невозможно, да и принять сразу всех своих жителей обратно Новгород не мог. Немецко-фашистские захватчики превратили город в руины. По некоторым сведениям, на момент освобождения здесь оставалось всего 9 человек. Поэтому в первую очередь реэвакуация коснулась тех, кто мог активно участвовать в его восстановлении. Люди подчеркивали свою полезность. Потому что почему еще писали в органы именно власти, партийные, советские органы? Потому что нужно было получить вызов. В условиях войны нельзя было самостоятельно подняться и поехать, куда захочешь. Люди ждали вызов, иногда ждали год и больше. Писали, что сам вид города, вид Волхова, он уже воодушевит и даст силы жить и работать. В папке подшиты сотни посланий. Одни написаны коротко, другие подробно и с деталями. Но все объединяют любовь к родному городу. Сегодня, в годовщину освобождения Новгорода, архивисты совместно с деятелями культуры решили вернуть письмам голоса. В записи первых текстов приняли участие артисты Новгородского театра драмы. Дорогие товарищи, вчера мы с радостью узнали, что наш родной город освобожден от немецкой оккупации. Я очень прошу вызвать меня в Новгород на любую работу. Надеюсь, моя просьба будет удовлетворена или, во всяком случае, удостоена ответа. Ну, самое интересное было нащупать этого человека, который пишет письмо, потому что даже в сухих письмах, которые адресованы каким-то партиям, да, они чувствуются эмоции, чувствуется характер человека, и вот это было классно передать. Да, и огромное желание попасть обратно в родной город. Тем более война, это она как бы касается не только там единица на нас всех касается, это вообще такое дело. И когда ты начинаешь погружаться, даже вот такие небольшие куски писем или еще что-то такое, ты волей-неволей ты будешь вкладывать туда свои какие-то вот эмоциональные передачи, вот это ну, всего переживания, отношения к этому. Вместе с оцифрованными документами аудиозаписи опубликуют в социальных медиа партнеров проекта. Возможно, кто-то из новгородцев узнает своих родных и расскажет о том, как сложилась их судьба. На эту обратную связь очень рассчитывают в Государственном архиве и не исключают, что проект будет продолжен и в следующем году уже голосами родственников авторов писем. Ирина Ускова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.